Хей, дорогие друзья, всем привет! Что у нас здесь? Наруто, да, много Наруто. Я думаю, его даже больше, чем вы привыкли. Целых две серии за день. Евген, что ж ты че за человек такой? Зачем так много? А, я решил вас порадовать. Ладно, поговорим с дикобразом. Я не помню, как его зовут. Чоджи, точно, его зовут Чоджи. Но мне, честно говоря, хочется звать его дикобраз. Принести победный обед. У меня, по-моему, нет победного обеда. Точно, документы при себе ноль. То есть я не могу выполнить, если у меня нет победного обеда. Ну ладно, я мог тебе абсолютный дать, чувак. Но ты у нас привередливый. Типа, нет, абсолютно не хочу. Только победный, только хардкор. Что же, отправляемся на задание в деревню Облака. Какие у нас там дела, честно, не помню. Взял, кстати, за вас пью, чуваки. Давайте выпьем за вас. Вишневая газировка. Нет ничего лучше, чем вишневая газировка. И киска. Ну, та, которая на мосту. Не то, о чем вы подумали. Давайте, кстати... О, да, давайте выполним воспоминания. Джин Чируки восьмихвостовый. И что это? Просто дверь закрыта? Да, закрыта. Это была ложь. Даже последовав приказу и покинув деревню, Иташи не перестал переживать за Саски. Он мечтал пасть в бою от руки любимого брата. Узнав правду, Саски присоединился к лидеру Акацуки, Мадари Учиха, и собирается уничтожить Каноха. Первым делом он решает напасть на киллера Би из деревни Облака. Киллер Би! Сейчас познакомимся поближе. Оба игрока получают урон, даже находясь в блоке. Каждого члена команды... ниндзюцу на каждого члена, бросок, и враг погибает тут тайные техники. Хорошо, погнали. Я готов. Используемые предметы. Я дерусь... Блин, мы толпой, получается, деремся, да? Значит, объединяющая. Будет самым логичным. Получается, мы деремся против киллера Би при помощи Саски и клана Учиха. Учиха! Что же, погнали. Чидори! Это... Нет, это еще не тайная техника. Киллер Би мощный чувак. Смотрите, как он прыгает круто. Что, Киллер Би насрать, что ли? Нет, он похож на... И чувака из Devil May Cry, на главного героя. На Данте. Именно. Парни, помогите, а. Спасибо. Блин, за одного персонажа не могу тайную технику проделать. По-моему, продел, да? Нет, по-моему, промазали. Да и он мне костюм пробил. Получай. Знаешь, я просто обожаю все разрезать. Он реально похож на Данте. Посмотрите, это просто настоящий дантист, и враг погиб от тайной техники. А нам засчитали, что я дзюцу использовал три раза, нет? Кого-то хрена нет. Хотя я использовал три раза дзюцу. В любом случае, я молодец, а это тоже хорошая оценка. Воспоминание засчитано. Хорошая работа, Евген. Не за что, ребята, держите пятерню. Не за что. Что ж, Джин Чируки выполнен. Кстати говоря, если вы поставили лайк этому ролику, я вам очень рад. И, кстати, вы можете подписываться на меня в социальных сетях. И еще там внизу есть плейлист, там все серии. Так что смотрите их там внизу по ссылке в описании. И там вообще другие ссылки, можно добавляться в друзья вообще везде. Рад вас видеть. Вебка чуть-чуть сдвинулась, но я ее поверну вот так. И будет огонь. Давайте посмотрим, а с кем нам можно тут замутить. Пока не с кем. Ну, пойдем уже в деревню, что ли. Крутая деревня. Вы знаете, Каноха самая, я бы сказал, обычная, наверное, деревня. Все остальные как-то выглядят интересно. Мой свиток пропал. Может, я забыл его в поместье Райкага?
Ну, если что, я возьму. На самом деле, именно деревня, вот Коноха, выглядит очень обычно. Вот очень обычно. А эти все деревни такие необычные, странные. И, знаете, это прикольно, в этом что-то есть. Мы добрались до деревни Облака. Значит, она здесь, да? Наверное. Это она? Что, Шизуна? Шизуна? Шизуна! О, Сакура и Нарутсухи надо. Что вы здесь делаете, ребят? Какаши шестой. Хотел о чем-то поговорить с госпожой Цунадо, и мы ее ищем. Где бабушка? Госпожа Цунадо, бабушка дома! Пирожки печет, блины к масленице делает, а вы бабушку беспокойте. Засранца. Госпожа Цунадо, она сейчас немного занята. Опять играет, да? Ладно, я поищу ее. Опять играет, просто Наруто такой, типа, что? Субординация, бабушка, Хината, у нас капитан очевидность. Он туда пошел. Надо помочь ему, что ли? Да. Капитан очевидность, что он туда пошел. Да, думаю, это не займет много времени, я быстро ее найду. Ну, например, можно взять задание, пока мест. Мама больная, я хочу купить лекарство. Пожалуйста, это все, что у меня есть. Прости, но это один из моих товаров. Если он тебе нужен, придется заплатить 4000 рублей. Предоставь это мне. 4000 рублей не проблема для олигарха из деревни. Из деревни. Из другой деревни. О, Малиш. В чем проблема, Малиш? Моя кошечка потерялась. Она серая, ее зовут Хиноска. А та еще хулиганка. О, она опять убежала ко входу в деревню. Хиноска обожает это место. Хорошо, сейчас приведу твою котейку. Милая киска. Я тебя нашел. Беру тебя в карман и отнесу. Правильно, я отнесу ее владельцу. Я не стану относить ее Ашоту, чтобы он шурму из нее наделал. Держи кису. Хиноски вернулась, это ты ее нашел? Это ведь твоя работа? Да, спасибо. Я лайкну твою аву ВК. Не что, пацан, не что, можешь не лайкать. О, смотри, я еще выплыл. Горячая кровь! Эй, ты, хочешь принять участие в жарком поединке уровня 7? Хочешь, да? Кони... О, господи, посмотрите на этих грозных чуваков. Это же... Киллер Би и его друг Эй. Хорошо, я готов, я готов. Отделайте меня. Наруто. И кого бы нам еще взять в команду, как думаете? Давайте возьмем Хинату и Хинату и Сакура. Да. И Хинату. Хинаточка. Оп, Хинаточка есть. А, постой. И Наруто возьмем, а то я что-то ошибся, я взял главный Сакуру, но это уже не важно, кто главный взял. Сакура, который Наруто, который горит огнем ясным. Гори, гори ясно, Наруто, лишь бы ты не погас во время боя. Все, это на самом деле довольно сильная команда. На самом деле реально сильная, так что... Ох, сейчас веселье будет. Получай, Киллер Би! Осторожней, Наруто сегодня злой парень! Стой, меня все-таки избили! Лариат, о, нет, 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 не хочу, не бей, нет, пятата, черт, я застанет. Я разозлился не на шутку. За звери тяжело вообще контролировать всю эту ситуацию. Ай, нет, черт возьми, больно! Ай! Ай!
О, черт, нифига себе, они сильные, 7-й уровень. Вот это уже жесткие соперники. Попытка номер 2, я уже лежу. Блин, эй, мощный парень! Но рысь от Рассингана, никто не застрахован, правда? Ой, нет, не надо. Парни, не бейте так сильно, это вообще-то больно. Все, получи, засранец, ту же самую пилюлю. Ты меня тайной техникой, я тебя тайной техникой. Абсолютно в полной безопасности, мы просто отжарили этого засранца. По-моему, не было особо. Ай, и нет! О, опять примама. Нет, все, чуваки, это конец. Мне кажется, он все-таки слишком силен для нас. Я просто не могу осилить его. Он сносит все здоровье. Я не успеваю вообще ничего сделать. Нет, я вообще ничего не могу сделать. Слишком силен. Что ж, ты хочешь по-плохому? Значит, будет по-плохому. Молния. Супер залп Рассинган. Молния. Давайте возьмем вот это. Супер залп Рассинган. Посмотрим, как справишься с самыми сильными воинами современности. Посмотрим, как ты нас отделаешь, парень. Мне бы на чаку какой-нибудь обедик взять, но, к сожалению, у меня такого нету. Сразу тяжелая артиллерия. Старый добрый взрослый Саски. Да, его можно использовать даже здесь. Он зажег. Все, инкест получил. Правда, он очень урон туго получает. У него бонус, как у меня. Ай! Дай, шикадай! Ай! Я тоже попался на эту херню! Ну все. Все, чуваки. Пол здоровья не видать. Ну ладно. Да бля, пытаюсь пробудиться. Просто, кстати, уклоняться, играя с такого здоровяка, довольно трудно, потому что ты не видишь вообще, что происходит. Ай! Не смог, я не смог уклониться однажды. Второй парень меня задел. О, парни, зачем вы так больно бьете? Нет! Мы величайшая команда. Ну, это было красиво, только это сделал не я. Но это было красиво. Хорошо, забудем, что это произошло. Впрочем, я уже забыл. И пойдем отдадим... нет, найдем бабушку. Вот что мы делаем. Это не похоже на бабушку, но... Попалась! Постойте. Что ты делаешь? Что надо? А ты не видишь? Осматриваю пациентов и лечу их. Постой, это бабушка? Что-то ты не похожа на бабушку, если честно. Мы перед ней в огромном долгу. Она лечила нас совершенно бесплатно. Она всех осмотрела и даже помогла мне. А, бабушка, что здесь происходит? Подожди минутку.
Минутку, это пока очередь пройдет? Ну, минутка прошла, я думаю, прошло несколько дней. Ого! Ты путешествуешь, помогаешь людям своим лечебным дзюцу? Я рад, что Какаши стал новым Хакаге, но мне скучно сидеть без дела. Я решил чем-то заняться, остальное, ну, ты уже знаешь. В мире не так много ниндзя-медиков, поэтому то, что я делаю, должно помочь. Ниндзя-медик, значит. А ты ведь и мне тогда помогла. Кажется, я знаю, о чем ты. Да, когда мы пошли тебя искать. Точно, когда вы с Жираей отправились на поиски. Сложными. Найти тебя было непросто. И когда мы наконец-то сделали, у нас на пути встали Орочимару и Кабуто. И мне так хорошо досталось. И сейчас мы посмотрим, как нам досталось. Ему. Им. Господи, какой стрёмный. Очкарик. Я чувствую, он очень любит географию. Представляет, сидит такой на уроке, знаете, типа Драко Малфой в очках. Такой, я все знаю, всех вас звоню. Ну ты спасла меня своим лечебным ниндзюцу. Тогда я была в плену моего прошлого, но ты помог мне увидеть луч света во тьме. Ну, или выпить газировочки. Они были так молоды и красивы. Его глаза всегда смотрели вперед. Его настрой и уверенность. Вот что спасло мне сердце. Он дал ударить себя в голову? Вот Наруто смелый. Ты всегда смотрел вперед. И пусть Кабуто был сильнее тебя, ты сразился с ним, не дрогнув. И сейчас мы примем участие в CM-поединке. Кстати, за Боруто, мне кажется, было больше диалогов, меньше боев. Наверное. Давайте обильный обед возьмем. Я что-то один дерусь, да. Это один на один против Кабуто. Блин, у Кабуто просто очень злобный такой вид чувака, который... которому палец в рот не клади. Блин, какое красивое поле для боя. Вообще офигенно. Так, условия какие. Атака 15 ударом пяточка, жизни давит врага при помощи ниндзюцу. Ну, здесь я, кстати, постарше. Наруто постарше, и он рассинганит вообще не на шутку. Получай еще раз синган. Я бы хотел увидеть многократное камбоджу Наруто. Да, 200-кратная комбо Наруто. Наруто! 2000 Наруто. Я никогда не отказываю своих слов. Это мой путь ниндзя. 2000 Наруто отделали Кабутку. Готово. И победа тайной техникой. Или... А, победить надо было при помощи ниндзюцу, а я тайной техникой победил. Я должен встретить бабушку Цунаде. И он это и сделал. И он это и сделал. Но я S получил, как бы это хорошо. В осколок воспоминаний помещено воспоминание. Рассинган Наруто. Видимо, он тогда научился рассинганить. И Рассинган использовал против Кабуто. Я не умру, пока не стану Хакагой. Никогда не забуду эти слова. Он уже тогда бил себя в голову то, что я буду Хакагой. Когда я это услышала, я словно проснулась. Тогда я поняла, что должна защищаться. Несмотря на то, что я всего лишилась. И она защитила Наруто, который был слаб и мал. Подумай только, что коротышка, который помог мне понять это, стал таким. Романтика. Ты очень вырос, Наруто. Ну да, прическа немножко выше тебя, если честно. Что? Жду не дождусь, когда он станет Хакаге, чтобы... Прыгнуть к нему в постель! Эротические шучки Евгена, пошлости на канале Евгений Рус. Именно за это мы любим Евгена, за его чувство юмора. И не только я одна. Думаю, Джирая тоже ждет этого. Господи, Джирая гей? Я этого не знал. Это интересная информация. Бабушка. Ты как-то странно... Почему она бабушка? Черт тебя сам! У меня такое чувство, что лучше нам им не мешать. Действительно, мне кажется, сейчас может эротическая сцена произойти. Да.
Хинат такая, а я посмотрел, такая сценка интересная, и там все ласкано. Вы? Хочешь, чтобы я вернулась в Каноху? Да, Какаши сенсей хотел о чем-то с тобой посоветоваться там. Хорошо. Понятно, значит, что кто-то от вас зависит, правда? Кроме того, у нас почти закончились средства, так что нам все равно пора возвращаться. Точно. Вы всегда тратите так много денег, госпожа Цунада, и в азартные игры постоянно проигрываете. Что? Я думал, ты отправилась в путешествие, чтобы помочь людям. Послушай, это все непросто. Мне тоже надо иногда расслабляться, знаешь ли. Ну, в последнее время вы очень много расслабляетесь в таком случае. Наруто такой, типа, нечего сказать, я вас разочарован. Бабушка, ты никогда не изменишься, но по правде мне от этого даже спокойнее. Тогда, пожалуй, нам пора возвращаться. Идем, Шизуна. Задание выполнено. Сложность Б. А, ну ладно, мои были немножко жестче. Отправившись в древнее облако, ответ Наруто встречает Цунада, которая начинает вспоминать их первую встречу с Наруто. Сравнивая то, каким Наруто был, с тем, каким он стал, она невольно улыбается. Вот такое. Вот такое, дорогие друзья. Доступно новое событие. И с чем оно связано? А, оно связано опять же с бабушкой. Ну, бабушкой. А сколько воспоминаний добавить? Окей, отлично. Пусть там и находится. Что такое, ребят? Поговорить? Дело сделано. Наруто, ты просто потрясающий. Почему? Среди твоих друзей такие важные люди. Господин Кодзикака, госпожа Цунада. И все они тебе доверяют. Правда, что ли? Правда. Ну, как скажешь, если честно, я им еще внимание на такие вещи. Наруто у нас такой человек, от чистого сердца все это, какая разница, какой у них там ранг, сан и так далее. Они все мои друзья. Мы с ними просто пиво пьем по вечерам. А, на хорошие манеры и правила поведения ты тоже обычно внимания не обращаешь, хотя иногда это оказывается тебе на руку. А ты бываешь довольно строго, Сакура. Ну, что дальше? Бабушка пошла назад в деревню, так что нам тоже пора возвращаться. Да. А! Что? Может, секунду подождать? Мне нужно пописать! Тогда просто иди, я зачем всем это объявлять? Блин, я не... Что это было просто? Он никогда не изменится. Просто такой, типа, ребята, мне надо пописать. Так смешно. Наруто хочет писать. Ох, теперь гораздо легче. Хорошо, пора вернуться к остальным. И зачем-то мне показали эту женщину. Почему она следит за Наруто? Женщина, почему за мной следить? А, мне немного скучно. Может, стоит сходить в Каноху? Тот момент, да, мне скучно. Наверное, я схожу в соседнюю деревню, где-то километров 10 идти. Просто скучно. Тупо скучно. Давайте пойдем там доп возьмем какой-нибудь. О, прикольная у вас тут. Нет, все-таки крутая деревня. Такая очень необычная, что ли. Как я уже сказал ранее. Хочу доп взять, посмотреть. Какой же доп засунули так далеко? Постой, это что? А, это кошелек. А, свиток, точно. Не могу поверить, что ему хватает наглости так грубо вести себя в присутствии дам. Хинат такая, да ладно, норм. Сакура, хотел кое-что у тебя спросить. Что это? Почему ты мне так помогаешь? Ты договорилась с Какаши-сенсеем и тратишь на меня свое свободное время? Сакура такая, ну... Послушай, Хинат, ты не самый настойчивый человек, правда? Правда. Но когда я вижу, как ты переживаешь за Наруто, волнуешься из-за него, стараешься ему помочь, ты напоминаешь мне меня саму. Что? И как член его команды, я рад, что в нашей деревне есть девушка, которая думает о нем. Если подумать, то отнеслась в наше путешествие с большим энтузиазмом. Чем я ожидал? Чем я ожидала? Вот я не знаю, чем ты ожидала, Сакура. Может, ты мне скажешь, чем ты ожидаешь? Ошибки перевода. Раньше, когда я говорил о том, чтобы отправиться куда-то вместе, ты всегда сомневалась, помнишь? Молчание. В прошлом я была рада просто наблюдать за Наруто из тени. Из-за дерева типа... А! Там мой принц, там мой принц. Но оказавшись рядом с ним во время Великой войны, я поняла, что не хочу больше прятаться в его тени. Поэтому я решила двигаться вперед, пусть даже маленькими шагами. Ясно. Простите, что заставил вас ждать.
Что ты делал так долго? Дрочил. Прости, прости, о чем мы там говорили? Это было похоже на очень личный разговор. И я в нем не участвовал. Мое эго говорит мне, я должен все знать. А? А, просто говоря о том, что Хинат стал намного сильнее. Хинат? Сакура. Да, я сразу вспоминаю экзамен чунинов. Да, она тоже дралась с Нэнджи. С Нэнджи. Да, тогда она сильно волновалась. Не бойся, не бойся, Хинатка, все, все окей, все гуд. Но все равно здорово, что она тогда смогла дать ему отпор, несмотря ни на что. Да, Нэнджи тогда был очень силен. Потом скатился. Посмотрите на эту силу, просто на это один кадр, а сколько в нем мощи. Если подумать, именно тогда я начала смотреть на Хинату по-новому. О, сейчас посмотрим на Хинату по-новой. Давай, Хинат, покажи, что умеешь. Использовать абсолютно... Надо будет, кстати, купить этих обедов. А то я абсолютных объединяющих накупил. Мне еще для чакры бы купить обед. Я думаю, он бы нам помог в нескольких боях. Двойной кулак льва! И не смог уколоть, у него 8364 ладони. Это то, что я использовал. Это мой прием. Ты у меня его украл, вернее, я его еще не умею делать. Мне лишь бы обвинить на самом деле. Ну давай уклонись. Не могу еще сделать, чуваки, просто заклинил, вообще делать ничего не могу. Давай, парень, атакуй меня. Ну, получай, да нет же! Ну, получай! Ну иди сюда, да господи, что он такой прыгучий-то, а? Чуть-чуть осталось. Хоть, давайте хоть как-то его добьем, хотя здоровье у нас все нормально. Но... Да. Фу, как трудно было. Не, реально, это было очень трудно. Господи, как же трудно было с ним драться. Он просто реально сильнее Хината нам. Ух, еле-еле победили, засранца. Еле-еле. Пожалуй, тогда я хорошо постаралась. Ну да, действительно, если посмотреть, господи, это был практически нечестный бой. Ну, мне так кажется. То есть он был реально сильнее. Да, ты была просто невероятна. Наруто нравятся сильные женщины. Мы это уже поняли. В итоге я все-таки проиграла. Но я рада, что Наруто похвалил меня. Я удивлена, что ты вообще помнишь, что там произошло. Как я мог забыть? Я храню такие важные воспоминания в глубине сердца. Это намек, что ли? Типа, ах, пацан. На Хинато выглядит счастливой. Это хорошо. Знаете, путешествие с вами навеивает столько воспоминаний. Да, это все очень важные воспоминания. Слушайте, раз уж мы все предаемся ностальгии, почему по пути домой нам не заглянуть сами знаете куда? Сами знаете куда? В долину завершения! Ах, да, готов поспорить с этим местом, у тебя связано много воспоминаний. Да давайте туда зайдем, ты не против, Хината? Да. Пойдемте. Долина завершения.
Не очень завершающее название. Ну, логичное, наверное. Ну что же, новые воспоминания о долине завершения. Поговорив с Тунадо, Наруто отправился в долину завершения. Место, наполненное воспоминаниями о Саске. Саске! Саске! Эти воспоминания Наруто в итоге и погрузились. То есть погрузится, может быть, в будущем времени надо сказать, что он погрузится. Теперь можете попасть в локацию «Долина завершения». Нафига столько локаций здесь открыто есть? А, ну да, это же приключение, то есть, как бы, на это и расчет, что ты побываешь много где. 30 осколков воспоминаний, неплохо я постарался. А сколько вообще, как продвигается 50 заданий ниндзя? 5000 шагов я еще не прошел, полпути. Я думаю, дальше здесь будет 10 и там, не знаю, 100 тысяч. Уничтожьте деревянные ящики. Пока что только 2. Горшки, мне 30 горшков, прикоснитесь знаком. Знаки еще вообще не нашел. К плакатам, копавшим листьям. Умирающий, господи, к всему столько надо прикоснуться. Завершите 30 боев осколков воспоминаний. Я пока 15 завершил. Получите не менее 5 рейтингов в боях с осколками 10. Ну, нормально, мы продвигаемся. В принципе, я не знаю, сколько заданий я выполнил, но уже так знаете. Нормально. Нормальненько. А чем ваши деревни торгуют, интересно? О, абсолютный победный обед. О, тот самый, который чакру восстанавливает. Эх, гробы подорожают. Купил. Что же, долина завершения. В этом месте велись суровые бои с самого дня основания Конохи. Долина завершения. Я помню, как мы с Саски тут дрались, да? В четвертой части. И пальцы сложились, это... Так красиво, очень красивая долина. Это долина завершения? Да. Где мы дрались, как звери. А чё у меня только тумба? Конечно, его здесь нет. Что случилось, Сакура? А, ничего, я не всё равно! Сакура растерялась. Наруто молчит. Все мои воспоминания об этом месте связаны с Саски. Ты ведь сражался с ним здесь не только после Великой войны, но и когда он ушел из деревни. Да. Тогда Саски хотел стать достаточно сильным, чтобы победить Итачи. И он отправился в убежище Орочимару. Засранец польстился на власть. Почему у него покебол на футболке на спине? Он увлекался покемонами? Это отсылка. Но я не могу просто отпустить его. И я, Шикамару, и все остальные отправились за ним. Вот и воспоминания. Господи, что за ужас? Господи! Просто ужас. Настоящий ужас. Рок Ли, господи. Все они такие. И тогда я наконец попал в эту долину. Да, Саски тут уже стал другим. В этой долине. Саски не хотел меня слушать. Я сразился с ним, пытаясь силой остановить его. Ух, силой? Ну-ка, покажи мне свою силу. Использует преда абсолютно. Давайте победный обед используем. Чтобы чакра прокачалась. Ну, придется убить Саски, чуваки. Саски засранец. Зажравшийся просто. Мы идем, правда, с духами. В духовных оболочках. Алый Расинган! У вас, смотрите, какой я дикий. Я даже на четвереньках перемещаюсь. Не могу остановиться. Алые Расингады правят моим сердцем. Плащидори, черт возьми. Только не Плащидори. Получай. А, мы и так горим, я не могу перейти в более жесткий режим какой-нибудь. Чёрт, Плащидори подействовал!
Получай! Ты что-то кроме алого рассингана я ни один прием другой использовать не смог, что очень странно. Просто не работали. Контратака и 20 ударов подряд. К сожалению, я их не сделал. Господи, действительно, Наруто просто на Стича похож. Из Лилы и Стича, он просто выглядит диким. Слезы в долине завершения. Вот так вот все это и выглядит. Вот такие вот слезки текут. Грустно. Бой был жесткий. Я сидел на картах, и мы дрались. На картах. Мы оба израсходовали все свои силы. Очень сильно друг друга побили. И в конце, в нашем последнем столкновении, я не смог схватить его за руку. Это было непросто. Но ведь только благодаря той битве Саски смог в итоге вернуться. А? Думаю, он так и не забыл, как отчаянно ты пытался его остановить, и поэтому, в конце концов... А, да, наверняка, правда, он мне об этом никогда не говорил, так что кто знает. Ну, надеюсь, я делаю именно в этом. Я такая, типа, это путешествие помогло мне понять. Наруто повлиял на Саски, на 5 Хоаге, на каждого жителя нашей деревни, даже на людей из других деревень. Он изменил жизни многих. Я уже и так все это знал, но, похоже, твои воспоминания о Саске куда глубже моих. Куда глубже. Ну, мы с ним, правда, через многое прошли. Но у меня еще полно воспоминаний и о других людях. Столько всего. Столько всего. Столько разных моментов из жизни. О том, как Ирука-сенсей злился на меня. Мои тренировки со стариком-отшельником. О том, как я впервые видел Гаару и членов его семьи. О том, как я сражался с Акацуки и Пейном. Его отец, его мать. Девятихвостый. Как они всей толпой дрались с ним. И, конечно же, о том, как я говорил с папой. И о том, как он обнял... И о том, как обнял маму. Теперь даже эта Великая Война превратилась для меня в бесценное воспоминание. И что куда важнее, я встретил вас, Сакуру и Хинату. А также я встретил Саски и всех остальных. Я верю, что именно это сделало меня таким, каким я стал. Так что хватит болтать о том, что глубже, а что нет. Все воспоминания важны. А, это так глупо, простите за излишний драматизм. Но это так-то похоже на тебя. Да. Что значит похоже на меня? Вы, наверное, думаете, что я снова болтаю всякой чепухе, да? Вовсе нет. Э? Вовсе нет. Я прекрасно понимаю тебя, Наруто. Точно так же, все мои воспоминания важны для меня, они придают мне сил. Господи, что-то над глазом чешется жестко вообще. Наруто такой, что-то не понимаю. Да! Хината, ты... Молчание. Так это была последняя остановка, пора возвращаться. Да. Да. Давай собираться назад в Канон. Что, мы просто берем и уходим? Не погулять, не посмотреть, ничего, только берем и уходим. Ну ладно, как вам удобнее, господа. Вздыхает. В конце концов, ничего не произошло. Мне кажется, произошло. Хината, мне жаль. Я сказал, что подержу тебя, но от меня было мало толку. Все хорошо. Пусть и недолго. Я смогла побыть с Наруто и узнать о пути, который он прошел. Наруто удивительный человек. Я смогла снова в этом убедиться. Хината. Но Наруто должен дальше оставаться Наруто. Он всегда готов помочь. Да, сказал Наруто-кун. Так мило. И это... Знаешь, а мне нравятся люди вроде тебя. Делает меня счастливой.
И место еще такое красивое. Сакура, спасибо тебе. Я так рад, что смогла отправиться с вами в это путешествие. Это я должна благодарить тебя. Я понимаю, что Хинат чувствует Наруто. Я чувствую то же самое. Вот! Правда пошла! Чувствует то же самое. А, Саски. Черт тебя за ногу. Твои чувства и уверенность придали мне силы, Хината. Сакура? Мы влюбились не в тех парней, да? Сакура, Хината! Чё, что так долго, алё? Ничего, уже идем. А где любовная история Сакуры? Давай, постараемся как следует. Да. Но это еще не все задания. Там доп еще много. Ветер танцует. Он витает в небесах. Проплывает по морю. Шелестит в траве. Однажды нежный ветер заполнит их сердца. Но пока этот день не пришел, они должны быть сильными и справиться со всем, что ждет их в пути. Ведь этот путь один из многих, что ведет нас к будущему. Он называется... Путь ниндзя. Что, сюжетка окончена? Я что-то слабо верю. Тропа бури. Конец. Да, действительно, конец тропы бури. Но, чуваки, это не конец. Мы с вами не прошли еще целую тонну заданий. Целую, мать его, тонну. Как с Боруто, понимаете? Мы вроде как сюжетку сделали, но осталось еще очень много всего. Я, кстати, удивлен, что сюжетка приключений здесь очень короткая. Ну, серьезно, это очень мало. То есть я ожидал больше, мы ее очень быстро прошли, учитывая даже, что я отвлекался. Мы на месте! Спасибо, что сходили со мной. Не за что. Я сама поговорю с Какаши-сенсеем, так что можете расходиться. Спасибо, Наруто, мне очень понравилось это путешествие. Хорошая прогулка никогда не повредит. Давай как-нибудь повторим. Да. Наруто и Хината. Думаю, это было не напрасно. Вот как их узы начинают медленно вот так вот переплетаться. Понимаете, они начинают плестись. Вы справились! И что же я за это получил? Писус? Брюцу? Нет. Воспоминания о Долине Завершения. В разрушенной Долине Завершения Наруто вспоминает Саски. Воспоминания, которые которыми наполняется его сердце, приносят ему одновременно боль и радость, но делают его сильнее. Поняв это, Хината нежно улыбается. Ну, как-то так. У нас осталось еще задание от Рок Ли. Задание. Посмотрите, сколько заданий еще осталось. Господи, даже не все открылись. Видите, два закрытых задания. Постой. Осколок воспоминаний, слезы в долине завершения. А сейчас, что же мне делать дальше? О, здорово, парень. Эксперт тропу бури. О, мне дали достижение. Наруто, у тебя есть минутка? А в чем дело? Если ты собираешься отправиться в лес или хотя бы будешь рядом с ним, будь осторожнее. Мы обнаружили чужеродную чакру в нескольких местах. Она ведет себя как сгусток мыслей. Если держаться от нее подальше, бояться нечего, но если подойти слишком близко, придется с ней сражаться. Думаю, я мог бы избавиться от нее, чтобы остальные могли ничего не бояться. Я не сомневаюсь, что тебе это под силу, Наруто. Так или иначе, будь осторожнее. Понял. Видите, не все кончилось, что-то нас еще ждет. Внезапное событие номер два. Эти есть сгустки мысли, особый тип боя. Сгустки с красной аурой представляют чрезвычайно высокую сложность, а сгустки фиолетовой ауры высокую. Заповеду вам отличная награда, появляется в пустынных местах. Окей, интересно, я думаю, это стоит того, чтобы попробовать. Ну и давайте заглянем в древо задания, вообще посмотрим, видите, у нас волны нового поколения, принцессовое возвращение долгов и путь ниндзя-рэпер, ну тут ничего особо не сделать. А моя дорогая старшая сестра, господи, а что это за старшая сестра? За Наруто из тени. Подозрительный человек, ангелы и демоны. Это что, Сай стоит перед Амагуриамой. А ее два задания закрыто. Что же?
По сути, вот эти три задания, это задания просто на время, скажем так. Вот просто их нужно выполнить. И со временем как бы они выполнятся. То есть это на время, в том смысле, что мы играем, и они выполняются по ходу дела. Ну ладно, что же, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Можете ставить лайки, подписываться на канал и на всякие мои социальные сети. Я вас очень рад там видеть. И до скорой встречи. Всем пока.